Ошибается сейчас защитники. Выход 3 в 1 у Северсталика. Бросок поворотом штанга. Это Казаковцев атаковал, хотя втроем выкатывали череповчане. Тем не менее, предпочел сам бросить Казаковцев. Еще один момент. Бросок, гол. Это Лехтонен с передачи Вадима Шибачева. Сравнивает еще. Но сейчас полная растерянность была в обороне у Бориса. Два голевых, причем 100% голевых момента создала Северсталь. И во втором случае шайба оказалась в воротах. Еремеева Лехтонен очень давно не забивал. Ну вот, наконец, и ему помог Вадим Шибачев. Ну и себе очередной балл заработал с парой бомбардиров. Напомню, Вадим Шибачев на первом месте среди лучших бомбардиров чемпионата КХЛ. 36 очко он набирает, 23-й голевой пас сейчас сделал. Ну а Мика Лехтонен 7-ю шайбу забрасывает в ворота соперников и набирает 12-е очко по системе гол плюс пас. Случилось все это на 11-й минуте первого периода. Ну что ж, 1-1. Довольно интересный хоккей пока идет.